О необходимости сохранить преемственность и продолжить реализацию всех начатых проектов заявил на встрече председатель Кривлянского района Павел Спыну. Он пояснил, что долгое время проблемы района не решались, а сейчас, когда процесс наконец-то пошел, важно сохранить эту тенденцию. Эта встреча была очень хорошей для представителей местных властей. Мы обратили внимание центрального руководства на нужды района. Это инвестиции, дороги и так далее. Обсуждали как проблемы, так и проекты, которые уже реализуются. Мы считаем, что необходимо сохранить преемственность на следующие годы, чтобы запущенные проекты не останавливались. Также на этой встрече примары, экономические агенты и жители района смогли задать свои вопросы центральным властям и, что не менее важно, получить на все ответы. Радует тот факт, что правительство рядом с нами, учитывая нынешнюю ситуацию. Актуальная криза пандемии. Отдельное внимание созданию индустриальной платформы в Кривлянах. Это позволит сделать район более привлекательным с точки зрения инвестиций. Уже определен участок площадью 20 гектаров. Он располагается на пересечении двух международных дорог и имеет доступ к коммуникационным сетям. Ионкеку отметил, что со стороны правительства будет вся поддержка для ускорения процесса создания здесь индустриальной платформы. Работы много. Мы обсудили здесь проблемы экономического развития. Кривлянский район расположен далеко от международных путей сообщения, и это сказывается на его инвестиционной привлекательности. Но мы знаем, как это изменить. Один из механизмов решения этой проблемы – создание индустриальной платформы. Обсуждались и другие локальные проблемы, в том числе строительство очистной станции. Проект масштабный и требует значительных финансовых вливаний. Ионкеку заверил руководство Кривлянского района, что в будущем году правительство найдет необходимые средства и окажет поддержку.